Я поздравляю Омский симфонический оркестр с юбилеем, полувековой. Очень люблю всегда играть здесь, выступать с этим замечательным молодым по возрасту коллективом. Люблю их энергию, люблю вообще Омск и этот зал, который открывал вместе с Валерием Александровичем Гергиевым. Каждое приемство в Омск – это всегда музицирование с этим коллективом, потому что мы делаем музыку, как говорят. Мы не играем ноты, не, так сказать, репетируем технические моменты. Мы сразу уже, так сказать, вникаем и входим в этот магический мир музыки. И всегда это всегда как-то по-новому, как-то какие-то свежие интерпретации. Дмитрий Васильев сделал замечательный коллектив. Сейчас он находится в какой-то замечательной форме. Мы сейчас только что сыграли второй концерт Чайковского. Один из самых, наверное, сложных для ансамбля. И, конечно, очень сложный концерт, учитывая, что вторая часть – это практически как тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром. И солисты оркестра просто блистательно справились со своими партиями. В общем, держать этот градус, который набран, я всегда вместе с вами, я всегда буду к вам приезжать, делать новые программы, романтизмы, импровизации, новой публики в зале, молодых лиц больше в зале, потому что когда молодые на сцене, в зале тоже должна быть какая-то часть обязательно молодой публики. И это в Омске происходит. Так что еще раз с юбилеем, ваш день.